В один из вечеров на бульваре юности прохожие были шокированы драматической картиной. Двое пьяных гонялись за мужчиной, который отстреливался от них пневматическим пистолетом. Когда догоняли, нещадно били. Все это разыгрывалось в течение 5 минут. На крики очевидцев остановиться никто не реагировал. Вызвали милицию. Оказалось, двое осужденных исправительного учреждения номер 21 решили после долгого и вынужденного воздержания выпить водки. Сбежали с работы раньше времени, купили бутылку, быстро с ней расправились, закусывая, точнее запивая, лишь лимонадом. После пошли прогуляться и заметили незнакомого мужчину, который стоял на парковке возле магазина. Далее произошел банальный диалог из 90-х. На просьбу угостить сигаретой незнакомец ответил, что не курит. Это и стало поводом для избиения. Били жестко. Потерпевший пытался защититься пневматическим пистолетом, но это только разодорило хулиганов. Возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении открытого типа номер 21 города Мозыря. Дело возбуждено по статье 339 части 2 «Злостное хулиганство». Данные лица были задержаны. На данный момент в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и им предъявлено обвинение по вышеуказанной статье 339 части 2.